сожалению, нередко нам приходится сталкиваться с некачественными продуктами и товарами, ненадлежащим образом оказанными услугами, а то и просто хамством со стороны продавцов или представителей различных компаний и организаций. Основным способом законно восстановить свои права и привлечь к ответственности виновных в этих случаях является обращение в Роспотребнадзор, специалисты которого должны разобраться в ситуации и вынести соответствующее решение. При этом нужно помнить, что действуют они в рамках законодательства, в котором периодически происходят определенные изменения, о которых обычный гражданин может попросту не знать. Об одном из них рассказала заместитель начальника Алапаевского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Воинова. В связи с вступлением в 2017 году изменений в федеральный закон номер 294 о защите прав юридических индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля, основанием для проведения внеплановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя является нарушение прав потребителей при условии, что заявитель обращался за защитой и восстановлением своих нарушенных прав к юридическому лицу индивидуальному предпринимателю. И такое обращение не было рассмотрено, либо требования заявителя не были удовлетворены. Давалось разъяснение о том, что предметом отношений, регулируемых законом номер 2301 о защите прав потребителей, являются исключительно товары, работы, услуги, приобретаемыми гражданами для личных нужд. Перед тем, как обратиться в Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства, следует внимательно ознакомиться с законодательством, хотя бы в той его части, которая касается интересующего вас вопроса. А мы со своей стороны рекомендуем вам приложить к заявлению материалы фото- и видеофиксации с привязкой ко времени и месту того или иного нарушения.